С понедельника 21 мая 2018 года на канале НТВ можно будет посмотреть детективный сериал «Мост». В данном видео вы сможете ознакомиться с сюжетом и кратким описанием серии сериала «Мост». По предварительным данным, сериал состоит из 20 серий. Через Савельева борец информирует общественность о третьей проблеме – торговле человеческими органами. Он утверждает, что один из похищенных им врачей-трансплантологов там подписывал липовое заключение о смерти мозга пострадавших в авариях и у людей, которых можно было спасти, извлекал органы для продажи за границу. Похищенным трансплантологам борец приказывает прооперировать тамы, иначе все погибнут от взрыва бомбы. Одним из похищенных Юхан убегает, и попутная машина доставляет его в больницу. Инга и Максим ищут секретную операционную и находят. Там очередная записка от борца с требованиями передать органы Тама тем, кто в них нуждается. Накануне суда над полицейскими префект полиции Хельман убеждает Георга в силу Макса дать правильные показания. Борец находит и убивает опасную для него свидетельницу Лену. Максим и Инга предполагают, что в группе есть крот. Георг Солумец, струсив, покрывает виновных в убийстве подростка напарника. Суд выносит оправдательный приговор. Вечером борец похищает Георга. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео.